Капец. Замечательно. Так, что мы сегодня заняться? Слоник, ты что тут лежишь? Эти? Слоник, лежи дальше. Да, капец. Хороший лайфхак, блин. Так, значит. Пойду приготовлю покушать. Блин. Что, из покушать только то, что... А, понятно, плов. Ну, я блинчики приготовлю, что у них тут уж... Тарелка, наверное, нужна. Ай, заклинаю, эту тарелку нужна. Ух, как быстро-то. Вообще быстро-быстро прям. Столько быстро, что я еще вообще. Готов. Мама. Загрузилась. Блин, до сих пор так и не расчесался. Вирусы какие-то, блин, гифки не вылазят. Я иду на свой канал и посмотрю, что-то там такое. Так, что-то не велось. Да блин. Где ютуб Никет? Во. Сейчас посмотрим, что у меня там. Ну, прогружайся. Чего? 301 подписчик? Обкакаться и не встать, блин. Что это такое? Как это понимать? Блин. Ладно. Наверное, многие спросят, почему я не почистил зубы и не помылся, потому что я уже... мылся. Так, ну и ладно. Так, значит, ну, думаю, на этом все можно закончить, да? Как бы дальше у меня день не обычный. Я как бы просто гуляю, либо иду в школу. Хотя не, в воскресные дни что? Я в школу, что ли, хожу? Не. В воскресные дни я что, в школу хожу? Не. Это не так, да. Да, нет. Но как бы да, но как бы нет, блин. Да. В воскресные дни я обычно сижу дома за компьютером и кушаю. Ну, за телефоном обычно. За компьютером это я редко. Очень редко. Так что... Все, хватит болтать. Я уже пускаю это. Конечную заставку.